Сеул отправляет посланников в КНДР на переговоры. Президент Южной Кореи отправляет команду специальных посланников в КНДР, чтобы продвинуть вперед переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник, 5 марта, отправляет команду специальных посланников, в том числе главу разведки Сеула, в КНДР, чтобы продвинуть вперед переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ЭФП. Отправка делегации, о которой сообщил офис Муна в воскресенье, следующий шаг Сеула после разрядки напряжения на Олимпиаде между двумя Кореями. Президент выбрал 5 высокопоставленных чиновников, в том числе советника по национальной безопасности и главу разведки спецпосланниками в Пхеньян. Сообщается, что делегация обсудит создание условий для переговоров между КНДР и США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и улучшения отношений между Кореями. Во время двухдневной поездки делегаты встретятся с высокопоставленными чиновниками КНДР, а потом полетят в США, чтобы объяснить Вашингтону результаты этих переговоров. Напомним, ранее КНДР и Южная Корея провели переговоры. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.